Здравствуйте, дорогие гости. Итак, ребят, наши ряды пополнили. У нас вот Рустик, вот видите, вот этот фонарик мордочку освещает. Там у нас Паша, Паша Деус, здесь Михалыч, там Женек. И, короче, у Михалыча монетка была, у меня монетка. Фундамент огромный. Я вам показывал, сегодня у меня была убитая, ушатанная игровая 25-го года. Ребят, помните, я вам озвучивал копейку игровую или не озвучивал? Вот она, игровая копейка. Я вот сейчас на досуге сижу, перекур устроил. И вы посмотрите, какой год копейки. Смотрите. Так, фокус. Копейка 25-го. Вот как тут. Копейка 25-го, затертая, игровая. Я твою имею, блин. Извините за мой французский, но как тут не материться, а? Многие не могут откопать такие монеты. А тут она, смотрите, игровая. 25-й год. Твою дивизию, а? И вы знаете, Рустик тут эмоционально так меня критиковал. Кусок. Кусок ты, кусок! Ну, прапорщики, они типа того, все куски. И вот смотрите, ребята, смотрите, что я отыскал. Фокус. Смотрите. Сейчас, секундочку, возьму камеру получше. Так. Смотрим внимательно. Навожу камеру. Поздравляю. О, ребята, все-таки у меня попалась монетка, копейка 25-го. В этом сезоне, ребят, это третья. Третья. Михалыч, у тебя сколько было в этом сезоне? Не помню. Ну, до хрена. 3-4, да? И вот у меня. У меня 2 или 3. 25-й год, ребята. У тебя же Жендос, одна игрушка. Ну, у меня одна. Спальня. Сахан. Давай. Сахран. Чистка покажет. Сахран вообще бомбичный. Да. Бомбичный, да? О, не зря ночной коп у нас продолжается, ребята. В ночной коп. Зачетно, зачетно. Бомба у Михалыча была. А что там у Михалыча? Вот это Михалыч. А что у Михалыча какая бомба была? Ну тогда, все, это интрига. А что он поднял? Знак вот этот. А, про знак, ребят, вы уже видео видели. Не надо. Да. Это интрига. Класс. Какая интрига? Они уже, зрители, ты видели этот коп. Потом. Итак, ребята, время у нас подходит ко сну. На часах мы посмотрели второй час. Посидели у костра. Поужинали и в баньке. Не знаю, как остальные, но я, ребята, решил залезть в вещмешок. Да, холодно, холодно у нас вообще по ночам. Обещали сколько градусов-то? 7 градусов, и это уже прохладно. Вот, единственное, кто у нас остался, это Паша Деус. Копает, копает. Что мы подняли на шурфе, я вам не показывал, за исключением копеечки 25-го года.
думаю, было банально. Трешечки, двадцаточки, пятнашки. Все. Советики. Царей на этом фундаменте нет. Так что будем ждать завтрашнего утра. И будем искать новые фундаменты, которые дадут нам вкусняшки. Так что приятного просмотра и до завтрашнего утра. Все.